Летние каникулы у этих ребят начинаются в кругу настоящих друзей. Дворовые площадки стали для юных славянцев местом отличного проведения досуга. Все эти ребята дружат с физкультурой и спортом. Это ярко проявилось на открытии спартакиады среди команд летних дворовых площадок славянского городского поселения «Малые Олимпийские игры 2024». В Северном парке на торжественное открытие малых Олимпийских игр собрались 8 команд городских дворовых площадок во главе со своими вожатыми. Капитаны представили команды. Ребят приветствовал глава Славянска на Кубани Александр Берсенев. Он пожелал всем собравшимся провести лето дружно и с пользой, чтобы в сентябре с новыми силами встретить учебный год. Я хочу поздравить вас действительно с началом летних каникул. 3 месяца – это, кажется, большой срок, но тем не менее он летит быстро. Удачи вам и дружите, знакомьтесь. Это ж команды с разных кварталов, с разных школ, правильно? У каждого, я смотрю, девиз свой есть, да? Отдыхайте, набирайте сил, самое главное. Ну и, естественно, готовьтесь к школе. Было проведено торжественное посвящение вожатой. Им повязали галстуки. От этих организаторов детского досуга очень много зависит в плане отдыха юных горожан. Знаменная группа внесла олимпийские символы. Перед началом соревнований ребята дали клятву, в которой обязались соблюдать правила игры и честно бороться за лидерство. Затем заработали интерактивные станции, где каждый смог проявить свои спортивные, интеллектуальные и творческие способности. Каждая из 8 станций – самый меткий, веселая эстафета, твистер, хоккей на траве, путешествие по России, поэтическая, азбука дорожного движения, танцевальная – привлекла внимание участников соревнований. Море позитива, незабываемые эмоции, командный дух и спортивный задор – вот простые слагаемые состоявшегося отличного праздника. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».